Крамник? Йоу. Ну тут точно королевский надо. Но он просто стрелянскую сыграет. Крамник это шикарно. Он только сицилианскую идет. Да. Может, надо начинать конь e4, я вот не уверен. Может, конь e4 чуть-чуть поточнее. Ну, тогда без разницы. С крамником шансы есть. Тут, как бы, что сказать. Небольшие, но есть. Наверное, h3, f4 можно сыграть. И вопрос, чем бить на d3. Ну, пешка, наверное, не очень круто. А лучше ферзем, потом c4, где-то e5 надо бить на d6. Вот за эти поля побороться. Да, теперь c4 следующий ход, по идее. Хочу пойти c5, на c5 пойду конь c3. И у меня приятная позиция. Крамник, да, так сказать, в теории не так подкован, как нынешние, так сказать, гиганты мысли. Да, вот тут вопрос, e5 пойти, можно пойти ферзь e3, e5, в принципе, очень прилично смотрится. Там слон d7, ферзь, конь c3, слон c6. e5 сразу так себе ход, кстати, тоже, наверное, перевес дает. А давайте сразу пойду, так поинтереснее будет немножко. Немножко, но поинтереснее. Все-таки конь c3, слон e6, там такой перевес символический. Здесь два хода есть конь b6. Там типа ладья a7, ладья e1, ферзь b8. И сразу ладья e1. Наверное, так пойду. Сразу. Теперь вот так. У меня такой был план, по крайней мере. Не знаю, насколько это, кстати, хорошо, но мне кажется, эндшпиль должен быть очень тяжелый у черных, объективно. Пешки, хотя и центральные, особо никуда не идут. Вот, а у меня как-то... Ладья зашла, конь слона ограничивает. Слон f5 везде же 4 можно проверить в удобный момент. Ладья f6, слон d7, да? Наверное, так пока. Не уверен, что это правильно все. Но выглядит тоже интересно.
Можно было пойти, кстати, конь c3, конь d5, наверное, так было лучше. Ладейник на вид ужасный у черных. Если честно. С такой слабостью на f6. Сейчас король d5, c5. Так, ну, сюда короля главное не пускать. Вперед. Можно пойти ладей f5, пешку выиграть, да? Выглядит неплохо. Так, он мне ее отдает вот так, да, вот прям по-братски. Ну ладно, заберем. Чего стесняться? Еще заберем. Неприятный ход. Король f5, ладья e5, король g4, ладья g8. Нельзя. Можно так пойти. Ну, ладейник с двумя лишними, да, получается. Так, можно сразу побить. Или нет, или надо подумать еще. Можно, в принципе, еще подумать, у меня время еще осталось. С прошлой партии. Наверное, так на пешку напал, съел. Потом посмотрим. Так, ладью съел. Да, вот эту партию, да.